Пресс-центр retail.ru на выставке ProDexpo 2021 продолжает свою работу. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, Николай Мельников, компания Ecoline из Беларуси, Минская область. Хотим представить нашу продукцию. Компании в Беларуси больше 20 лет, один из крупнейших игроков на белорусском рынке. Начинали чисто с круп, на сегодняшний день это крупы и бакалейная группа товаров. Ассортимент очень широкий. Сегодняшняя фишка нашей компании заключается в том, что мы работаем с фермерами, прямыми поставщиками, производителями белорусской продукции. У нас своя фабрика фасоки, фасуем, высочайший контроль качества от поля до конечного потребителя ритейла. Продажи довольно хорошие, имеем успех как у потребителя, так и у простого, ну, белоруса. Надеемся, когда-то продукция понравится и россиянам и появится на российском рынке и найдет также своего потребителя здесь. Правильно я понял, что как раз задача ваша на нашей выставке — познакомиться с российскими ритейлерами и представить свой продукт? Да, правильно, потому что сегодня компания имеет такие мощности, что уже может обеспечить потребителя не только Беларусь, как я и сказал, но и уже российского. Поэтому если российский ритейлер какой-то заинтересуется нашей продукцией, будем рады посотрудничать. Компания довольно масштабная, гибкая, может отвечать на все запросы рынка сегодняшнего дня, можем делать СТМы, если вдруг кого-то это тоже заинтересует. Поэтому добро пожаловать. Сайт ecolinebel.by. Ну, всегда будем рады. И расскажите, так как компания у вас уже давно существует, и вы как ответили на вызов времени, когда у нас был локдаун, когда все у нас просело, продажи, логистика. Скажите, как ваше производство себя повело? Так как мы сегодня встречаемся, общаемся, значит, все прошло хорошо, но, в принципе, расскажите свой опыт. Ну, у нас такая продукция, что она нужна потребителю каждый день. В локдаун или без него людям нужно кушать. Поэтому немножко, может быть, какой-то момент был, наоборот, всплеск продаж, потому что где-то магазины хотели сделать побольше стоки, потом это все немножечко уравнялось, равномерными продажами пошло дальше. Ну, да, по итогам года сработали хорошо, все остались довольны. Ну, рынок диктует свои правила, были на какие-то продукты росты цен. Но в целом, ну, мы являемся сегодня лидером и на рынке Беларуси, и по большому счету удовлетворяем все запросы наших розничных сетей. Я надеюсь, и российские ритейлеры тоже обратят на вас внимание и по достоинству оценят вашу продукцию. А мы, как простые покупатели, с удовольствием в ближайшем магазине рядом с нашим домом увидим вашу продукцию. И так как мы сейчас с вами общаемся, я вижу, что продукт очень красивый, наверняка экологически чистый. Будем наслаждаться. Да, я хотел добавить, да, что у нас в основе компании, если вы заметили, Ecoline, то есть био, здоровье, это очень важно для нас как компании и для наших потребителей. Поэтому мы, да, надеемся, что российского потребителя тоже она, возможно, найдет. Спасибо вам огромное за такое общение. Спасибо и вам.